Друзья, с крещением Господним! Пусть Господь везде и всюду дарит вам благодать, защищает вас и помогает вам во всем. Так спокойно, так хорошо. Дай Бог, чтобы у всех на душе было только спокойствие. Добрый вечер! Сегодня мы с вами убьем аж сразу двух зайцев. Здесь у меня пол-литра молока. Добавлю сюда столовую ложку сметаны. А еще у меня здесь лежит маленький кусочек лимона. А почему он лежит на столе? Да потому что у меня здесь такая стерильная чистота. Тут на 10 раз все промыто, протерто. Как в процедурном кабинете в поликлинике. Размешиваем. Вот так закроем. И пусть у нас получится простокваша. Кефир. Нож, которым я отрезала лимончик, вон сколько там сока. Я всегда вот так делаю. Не знаю почему, очень много лет так делаю. У меня так делала мама. Не знаю, может быть, помогает от этих вот пятнышек. Вот тут еще осталось. Все. Это уберу в холодильник. И желательно поставить в теплое место. Но я сделала на ночь. И затем я сделаю из этой простокваши одно очень вкусное блюдо. Можно несколько. Также мне хватит и попить этой вкусной, нежной простокваши. Почему я делюсь своими идеями для правильного питания, для похудения? Ну, потому что так легче. Либо вы сами бы где-то там искали, рылись, читали. А тут я вам готовенькое хлоп и преподношу. Вот мне бы так кто-нибудь раз и преподнес. Редко, когда бывает так, что можно быстро найти на каком-то канале. Там без конца надо просматривать много видео. А так я стараюсь в одном видео преподнести много информации, много советов, которые приходится искать порой, сидеть в интернете 2 дня и даже дольше. А сейчас я пойду съем яблочко. Я яблоки особо не люблю. Можно даже сказать, сильно не люблю. 90% не люблю, 10% люблю. Поэтому половинка. Надо, полезно. Что, мои яйца? Выспались, да? Освобождай место. Теперь мы тут будем спать. Кефир приготовился быстро. Буквально, наверное, 1,5 часа. Вот что значит, что я туда лимончик бросила. Какой вкусный кефир получился, не кислинки. Вот вчера половину почти выпила, сегодня уже отделяется сыворотка, но ничего, можно перемешать. Просто прелесть. Куда угодно можно использовать, даже можно сделать. Ох, что-то такое хитренькое, но не вредно, полезно, полезное всем.